Однажды кто-то из жителей деревушки услышал звуки, которые раздавались из сливной трубы. Прислушавшись, человек понял, что это плачет щенок, и заглянув в трубу, он увидел маленького жалкого песика, покрытого слоем грязи. Пожалев собаку, человек обратился к волонтерам за помощью, и вскоре к указанному месту приехал молодой человек. Ему рассказали, что щенок оказался там, по всей видимости, из-за хозяина. Кто-то бросил его, а он ждал, что за ним придут. К сожалению, этого не произошло, хотя в душе малыша и теплилась надежда. Заглянув в трубу, волонтер увидел кроху, который сидел на грязной влажной земле. Он был весь перепачканный жижей, и светлая шерстка почти полностью стала коричневой. Увидев незнакомца, малыш стал приветливо вилять хвостиком. Он был явно рад видеть человека, который проявил по отношению к нему доброту. Правда, поначалу Кроха не стал подходить близко, и лишь спустя мгновение мужчине удалось его погладить и взять в руки. Вскоре малыш уже был далеко от неприглядного места, где его нашли. Первой задачей волонтера было выкупать собаку, чтобы очистить шерстку от грязи. Малыш не возражал, пока спасший его человек старательно возвращал его шерсти природный светлый цвет. Когда щенок обсох, он превратился в настоящего очаровашку. Его шерстка стала чистенькой, а сам он выглядел совершенно иначе. Малыш радостно вилял хвостиком и был счастлив от того, что в его жизни наступают радостные перемены. Поначалу Кроха был робким, но вскоре почувствовал, что ему хотят помочь, поэтому полностью доверился своему новому другу. Ну а тот накормил песика и приласкал его. Мы очень надеемся, что малышу смогут найти хозяев. По крайней мере, его никто больше не обидит и не выбросит на улицу, как ненужную вещь.